организация эффективных поставок по принципу ИТУИ – развитие производственных систем. Конференция с таким названием состоялась на КАМАЗе. Поговорить с поставщиками о современных методах управления производством в части поставок комплектующих на конвейер собрались на автомобильном заводе. Генеральный директор компании Сергей Кагогин не только лично обратился к собравшимся, но и прошел весь определенный для гостей маршрут по складам и конвейерам. И такое внимание со стороны руководства никого не удивило. Задач подобного масштаба КАМАЗ не осваивал с периода своего строительства. Больше 10 лет назад КАМАЗ, закатав рукава, взялся за развитие своей производственной системы. За это время инструменты бережливого производства доказали свою эффективность и принесли компании большую экономию. Ну а дальше больше. Эта система постоянных улучшений никогда не кончится, она всегда будет совершенствоваться. Просто следующий этап внедрения – это смещение в область поставщиков и цепочек поставок. Пришло время буквально сказать поставщикам: меняйтесь вместе с нами, меняйтесь лучше нас. Особенную актуальность этот лозунг приобретает в рамках программы трансформации системы менеджмента качества, которую запустил автогигант. Мы обязаны дойти до уровня европейских брендов. Мы обязаны предложить нашим клиентам нечто большее, чем они сегодня имеют, работая с такими брендами, как Volvo, Scania, MAN и Iveco. То есть, иначе компания не ответит на вызовы времени. Бесполезно, невозможно добиться нормальной себестоимости, быть конкурентом на рынке, если все поле деятельности от болта и гайки производимого до выхода к потребителю конечного продукта автомобиля мы не будем брать на себя. Поставщикам, которых у КАМАЗа почти 1500, предстоит перенимать опыт автоконцерна в области развития производственной системы. На сегодняшний день лейтмотив – ИТУИ – подход, который позволяет с минимальными затратами снабжать конвейер комплектующими. Этой методике автогигант будет обучать поставщиков бесплатно. В рамках развития трансформации системы менеджмента качества мы организовываем, значит, в лице центра закупок аудиты ваших предприятий. Поэтому к этому нужно быть готовыми, воспринимать все правильно. Значит, опять же, вот Сергей Анатольевич отметил, учиться и учиться надо. На сегодняшний день Камский автозавод выпускает более 40 моделей, более 1500 модификаций автомобилей. При таких объемах контроль за качеством выходит на первый план. И других вариантов, кроме как трансформироваться вместе, у КАМАЗа и его партнеров просто нет. Ландыш Капранова, Михаил Матвеев, Вести КАМАЗа.